Ежегодно Нефтекамский нефтяной колледж выпускает более 2500 специалистов. Новоиспеченные выпускники нередко сталкиваются со сложностями в поиске достойной высокооплачиваемой работы. И тут на помощь приходит Центр занятости населения, в котором уже не один год успешно реализуется программа стажировки выпускников. Рассказ об этой программе и стала одной из основных целей мероприятия, которое прошло 23 января в актовом зале колледжа. Сегодня у нас проходило совместное с Центром занятости населения город Нефтекамск мероприятие. Это встреча со студентами по вопросу организации прохождения стажировки выпускников в 2014 году. Ну, мы уже на протяжении 5 лет в этой программе участвуем, но тем не менее, если это все услышать из первых уст, наверное, будет уже как-то отношение и по-другому. Воспользоваться данной программой могут выпускники в течение года после окончания учебного заведения. Продолжительность участия в стажировке не может превышать 6 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы набраться опыта, получить новые практические навыки, а главное – проявить себя и доказать, что вы именно тот специалист, который нужен данному предприятию. В настоящее время в Центре занятости ведется работа по агитации выпускников для принятия участия в программе стажировки выпускников. В данный момент мы выезжаем в учебные учреждения и рассказываем выпускникам о программе стажировки выпускников. Стажировка призвана расширить возможности выпускников, повысить их конкурентоспособность на рынке труда. То есть по окончании стажировки выпускникам легче трудоустроиться самостоятельно, либо они закрепляются на том рабочем месте, где проходили стажировку. При прохождении стажировки с выпускниками заключается срочный трудовой договор, оформляется запись в трудовой книжке и ежемесячно выплачивается минимальная заработная плата, установленная в Республике Башкортостан. Также перед выпускниками выступила психолог Центра занятости Байдуганова. Она рассказала ребятам о том, как правильно составить резюме, с помощью которого можно привлечь внимание работодателя к своей кандидатуре. В этом году я заканчиваю Нефтекамский нефтяной колледж по специальности банковское дело. В дальнейшем, после того, как я получу диплом, я планирую устроиться в Центр занятости, чтобы впоследствии устроиться на стажировку и найти хорошее место работы. В 2013 году по программе стажировки выпускников заключено 28 договоров с работодателями и трудоустроено 45 выпускников. Практика показывает, что работодатели очень довольны работой стажеров и компенсацией затрат на них заработной платы и налогов. Выпускников радует получение опыта по специальности, общение с коллегами по работе, официальное трудоустройство и своевременная оплата труда. Также у молодых людей есть возможность последующего трудоустройства в тех же организациях, где проходили стажировку. Татьяна Кокорина, Артур Бадретдинов, информационная программа «Ежедневник».